Долгие репетиции, подбор репертуара и костюма, психологический настрой. И вот они уже на сцене городского дворца культуры в Мозыре. Одаренные ребята изо всех, даже самых маленьких районов области собрались, чтобы преодолеть волнение, собрать в кулак всю свою творческую волю и достойно выступить перед строгим жюри, пройти свою ступень к успеху. Было не страшно, потому что я знала, что если я спою с душой, то у меня обязательно все получится. Если я буду стараться, то она выйдет на высшем уровне. Спеть на высшем уровне получилось не у всех. Жюри оценивало не только вокальные данные, но и сценическую культуру, постановку и оригинальность песенного номера. Особое внимание на репертуар и костюмы. Некоторые замечания для педагогов и руководителей могут стать настоящим руководством к действию. Мы оцениваем, естественно, что был профессиональный уровень, сценическое мастерство, сценическую пластику, естественно, вокальные данные, вокальные подготовки. Хотелось бы, чтобы преподаватели уделяли больше времени сценическому мастерству, сценической пластике и, конечно же, сценическому костюму. Областной конкурс детского и юношеского эстрадного песенного творчества «Ступень к успеху» в этом году проводился в пятый раз. Имена победителей и призеров жюри назовет через несколько дней. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».